Здравствуйте, туристы-милитаристы. Нож енот производства ООО ПП Кизляр предоставлен производителем. На кухне этот нож показал себя разнопланово, скажем так. То есть на кухне он очень грубо отработал с раскалыванием по твердым продуктам, по луку и по там огурцу с картофелем. Ну так себе было. И просто замечательно по томату, паприке и курице. То есть рез был совершенно нормальный. И вот сейчас я вам могу сказать, несмотря на то, что вот в перчатках у меня как бы, я просто вот эту вот подпальцевую выемку, я ее практически не чувствую. То есть у меня немножко как бы вот пошел палец внахлёст. Спинка, рукоять этого ножа настолько удобная, что вот строгание очень комфортное. Видите, мы взяли такой нормальной толщины колышек, взрослый, скажем так. И у нас нож иногда, правда, чересчур забирает так прям много, что его вот приходится протаскивать. Но никаких выкручиваний, никаких, скажем, каких-то, вот один раз сказал и получилось, каких-то именно дискомфортных моментов совершенно не наблюдается. Вот такой вот у нас получается замечательный карандашик. Сумерки. Вот чем все закончилось. Поехали. Так. Мы им даже, знаете что, несмотря на всю бредовость этой идеи, мы им даже перерубим сейчас вот такой небольшой сучок. С учетом размеров и веса ножа у меня практически идет работа полностью в кисть. Но при необходимости у нас все-таки что-то получается. Хотя я скажу, что такой толщины ветку вы скорее перестрогаете быстрее, чем перерубите этим же самым ножом. Вот так вот. Примерно вот так все произошло. Так. И возьмем какой-нибудь небольшой. Ну, с учетом длины клинка, совершенно нормальный. У нас на зарубе тестовая древесина была чуть меньшего диаметра. Здесь у нас вот идет сучок, и именно по нему мы сейчас и такой клёчки сделаем. Пробатонинг. Так, вот так вот у нас зашел очень солидно, зачетно нож в пень. Клинок целый, ничего не погнулось, ничего не произошло. И кромка, сами можете убедиться, совершенно целая. Вот есть на завтрак салат с печенью трески, это была, конечно, ошибка. Не ахти какие упражнения, все равно вспоминается. Так, ну и исключительно замечательный такой у нас, видите, мощный, очень хороший такой действительно кончик. То есть для леса, скажем так, я не могу сказать, что это самый лучший нож для похода в лес, но это точно один из вариантов. Что я искренне советую? Я искренне советую, если вы задумаетесь над покупкой, все-таки зайти в какой-нибудь ближайший магазин и покрутить в руках именно на удобство вот первой половины рукояти. Все остальное не подведет, все остальное нормально. И буквально, чтобы зафиналить, я скажу, прав был Морж Хрюнов, правы были остальные. И я был прав, когда сказал, что конкретно этому ножу слишком перекачали обух. У этого ножа, если бы обух был 3, 2 и 8, это была бы вообще песня. Это был бы совершенно другой нож. Он чересчур мускулист для своих вот этих вот кондиций. Спасибо за просмотр. Всего доброго.